Веселый расколбас. Нас ушата, котята. Время обеда. Ой. Так, обняла, скажи, хоть ты посиди. Персик с насухами. Как всегда, уже насушата едят с дырой. Титьки все равно у них. И серый туда же. Скажи, никто ни у кого, скажи, никакая своя отдельная. Насушата вообще все равно. С какой кушать? Персик предпочитает. С правой верхней, сзади. Но каждому хватает. Персик. Носом от поесть совсем не любит. Ага. Эту поел, дальше пошел отпихивать. Вот ему обязательно нужно именно так. Из которой ест Лёлик. Ага, серого котенка маленького отодвинул. Куча мала. Мама, как ты это все тебе раз перевернул Болика? Так, не шкарябай его. Скажи, а пусть не лезет. Серенький такой. Просто сверху уже лег мамы. Вот, рыжий. Кто говорит, что он самый слабый? Потерял. Сейчас кого-то выкинет. Сейчас, скажи, к нижней... Левой. Сейчас я одной левой, скажи, всех от нее выкину. Мне кажется, они подружатся именно вот персик, ну, если раньше не заберут. Персика. Персик именно с Лёликом. Мона Лиза, что? Это там Кира, понимаешь? Она уже сегодня напакостила. Вчера напакостила, по самое не хочу. Посылки пораскрывалась. Сегодня напакостила. Киру теперь выпускать сегодня он полы. Проклевала. Вышла на прогулку. Уже скорее бы. Скорее бы завтра уже, скорее всего. Не надо на нее ругаться. Она, в принципе, не хотела. Мона Лиза. Ты ее ругаешь, да? Что она так напакостила. Иди покушай лучше. Погулять ты уже погуляла? Скажи, мы так хорошо легли все. Мне так нравятся умные котята. Никто с дивана никуда не идет, не падает. Мне кажется, на сухе, если бы была возможность, целый день бы пили молоко. Они должны хорошо окрепнуть, начать бегать. До этого я не буду их ничем прикармливать. Они хорошо развиваются, но тем не менее они еще маленькие.
Котятки уже и молоко пьют, да? Мадахи все в паштете. И паштет едят для котят. И молоко пьют. Уже и соски не надо кормить. О, мяв! Мяв! Моя мама, нет, моя мама. Иди ложись, где нас ушата, чтобы эти не попадали с кровати. О. Жоя возмущается. Дюдюх. Помним. С дивана не прыгаем. Чувство самосохранения. Что? Все ко мне, да? Все в очередь. Кто в очередь гладится? Кто? Персик первый. Так, я поняла. Тебе их на пол надо. Я поняла. Иди. Ой, персик животатенький такой. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Куда поведешь? Скажи, все за мной. Ты их куда пошла? Знакомить с Кирой и с Жориком? Не надо. Так. Дети. Все назад. К Жорику не ходим. От веселуха. Мона Лиза, иди сюда. И только эти персик, он прям вот держится возле нее. Сиротки. Так. Собираемся в пучок. Все ко мне. Раз. Два. Три. Все ко мне. Четыре. Молодцы, потому что мамка у вас хорошая, но дама гулящая. Сейчас. Поэтому держаться надо поближе ко мне. Да, будете сытые и полетите. Что? А что я неправду сказала? Я всю правду сказала, все туда закрыла. Теперь можешь их опять выводить. А то вот это вот с Кирой им слишком рано еще знакомиться. Все, гуляйте здесь. Кушайте, гуляйте. Я пошла работать.